3 июля мы собирались с инициативной группой граждан по вопросу организации работы паромной переправы. В ходе этой встречи, в общем-то, были высказаны замечания и опасения по некоторым аспектам этой деятельности, состояние подъездной дороги на левом берегу к паромной переправе, о том, что весной размыта эта дорога. Я сказал, что в ближайшее время предприму меры по устранению этих недостатков, обращусь в необходимые станции, хотя мы под постоянным контролем держим состояние этих дорог, и дорожное агентство, которое отвечает за нормативное состояние этих дорог, оно всегда получает от нас вовремя информацию и требования о том, чтобы провели те или иные работы. Я хотел бы сегодня сказать о том, что мной направлено письмо в адрес руководителя дорожного агентства Слабикова с тем, чтобы вот этот участок дороги, который размыло весной, значит, перевели в нормативно-техническое состояние, возможно, короткие сроки. Такое письмо ушло с приложением фотографии этого участка дороги. Я уверен, что в ближайшее время там, в общем-то, этот участок дороги приведут в соответствие. Дальше гражданами высказывались опасения, потому что слухи эти муссируются в городе, о том, что УТТСТ будет работать, не будет работать в выходные дни. Я созвонился с исполняющим обязанности начальника УТТСТ Романовым, задал такой вопрос, он мне заверил по телефону о том, что такой вопрос даже не рассматривается, есть график работы паромной переправы в навигацию 2013 года, мы запросили письменно этот график, и вот буквально ждем его сегодня к концу рабочего дня, этот график из УТТСТ должен прийти, где будет сказано вот о режиме работы паромной переправы, и она будет работать во все выходные дни. Поэтому вот эти опасения и домыслы, они, в общем-то, беспочвенны. Ну, еще хотел бы проинформировать о том, что в понедельник утром я попросил встречу с главой республики Вячеславом Михайловичем Газером, и в понедельник в 8:30 утра я буду по данному вопросу докладывать главе, и, значит, будем рассматривать вот ту ситуацию, которая сегодня есть, с учетом предложений граждан, пожеланий. Поэтому по приезду я обязательно проинформирую о том, как состоялся этот разговор. Хотел бы еще раз повторить, я уже об этом говорил, о том, что по поводу зимней переправы, о том, что с Анатолием Алексеевичем Захаровым имел личный разговор, и он сказал, что понтонная переправа будет обязательно работать, никто никуда ее не собирается ни продавать, ни передавать, поэтому это тоже, в общем-то, домыслы, слухи, которые, в общем-то, накаляют обстановку в городе. Поэтому попросил бы еще раз и обратился к гражданам, не надо ничего домыслить, потому что уже все обрастает слухами, поэтому лучше обратиться, чем фантазировать, и, в общем-то, объясним. Во всяком случае, мы информацию никакую не утаиваем, она есть, и все, что касается этой проблематики, мы будем вас информировать. Спасибо.